Привет! Сегодня у нас 28 апреля 2018 года. Начали монтаж. Строим нынче теплицы 2,5 шириной на 3 и 3 шириной на 4 метра. Начался монтаж каркасов, торцов параллельно. Будем дополнять по мере событий. Два каркаса у нас стоят, закрепили бетону, прикрутили отливы. Сейчас будем крыть поликарбонатом. Подошел к концу монтаж теплиц. Пойдем смотреть. Одна теплица у нас 3 шириной, 4 длиной. Разрезная дверь, форточка. С другого торца форточка. Также имеется коньковая формуга, оснащенная термоприводами. Вся конструкция стоит на бетонном основании, закреплена анкерами. Также для большей жесткости имеются диагонали укосины. Сам каркас из трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотности. Все торцы у поликарбоната закрыты торцовым профилем. Торцом установлен торцовый резиновый уплотнитель. Пойдем в другую. Другая теплица у нас шириной 2,5, длиной 3 метра. Также разрезная дверь-форточка. С другой стороны форточка торцевая, оснащенная термоприводом. Также снимаем подвязки по две нитки на каждую сторону. Укосины стоит на бетоне, закреплена анкерами. Поликарбонат такой же, 4 мм, 0,8 плотности. Торцевый резиновый уплотнитель. Торцевой профиль, каркас теплицы из трубы 20 на 20, примерно порошковая окраска. На этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!